Киеве состоялось пленарное заседание глав правительств стран-членов ГУАМ. Азербайджан представляла делегация под руководством вице-премьера Али Ахмедова. Обсудили на заседании вопросы развития экономических, политических, научных, культурных связей между государствами-членами ГУАМ, перспективы совместной деятельности в международных организациях, разработку новой программы действий по разрешению конфликтов. По итогам заседания подписали протокол о сотрудничестве таможенных управлений. Рассматриваем ГУАМ в первую очередь как инструмент дальнейшего развития экономического сотрудничества и, соответственно, исходим из того, что дальнейшее развитие экономического сотрудничества – это залог успешного продолжения и расширения политического диалога между всеми странами, участниками этой организации. Участники заседания также выразили солидарность в вопросе признанных международным сообществом суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ стран-участниц. Было сказано и о такой составляющей нашего взаимодействия, как безопасность, соответственно, без безопасности, без соблюдения территориальной целостности стран невозможно добиться ни экономического процветания, ни сотрудничества в экономической сфере и так далее. И мы довольны тем, что все выразили согласие поддержать суверенитет и территориальную целостность всех государств, входящих в состав, в том числе Азербайджан.